Приветствую, уважаемые друзья, подписчики, город Чернобыль. Хочу показать, как время рушит здание Чернобыля. Вот это бывший банк при царе Горохе. Затем это также был банк в советское время, медучилище. Вот деревья выросли на балконе. Здесь был центральный вход. Находится по улице Советская, 5. Двухэтажное здание. Дерево упало. Крыша пришла в негодность. И вот теперь в воздухе висит отопительная батарея, провода. Вот видно, да? Провода, батарея. Плакат даже какой-то там внутри еле просматривается. Ну, это помещение уже не пройти. Оно очень, очень, к сожалению, в аварийном состоянии. Вот такой вот он имел внешний вид. Пока еще имеет. Вот стена завалилась. Вот время рушит старые замки. Слова из некой популярной песни. Все зарастает, все приходит в негодность. Всем мира и добра, удачи, чтобы в нашей жизни было только созидание, ничего не рушилось.